Депутаты Ленинградской области предлагают взять под защиту ряд неофициальных символов России. Да, то есть чтобы нельзя было как-то и в этих в демотиваторах или где-то в смешных вещах каких-то показывать пушку. Царь пушку, царь колокол, что там еще, в собор Василия Блаженного, да, ну это и вообще... Кремль. И Кремль. Это даже обхохочешься, да, вот представь, это символы, неофициальные символы, да и неофициальные, и официальные символы. Это царь пушка, который никогда не стреляла, царь колокол, который никогда не звонил, герб, который никогда не был российским. Вот этот герб, который они сейчас исполняют, это же не наш герб, это если вы сравните этот герб с имперским гербом, вы увидите, что это абсолютно два разных герба. И флаг, который не был никогда российским, потому что российский был черно-желто-белый. И это вот такие символы, которые ну, такие вот, ух, которые надо защищать. То есть парадоксальная ситуация, такая подмена, даже вот на уровне, который называется «Ура!» патриотизмом, на этом уровне идет подмена. То есть пытаются втюхивать какие-то совершенно другие ценности. А вот интересно, если я вместо царь пушки безумную Грету изображу, да, пушку. Они похожи, кстати, очень не специалисты. Они будут эту экспертизу проводить. Как историческую комиссию. Историческую экспертизу, да. Это у нас такая же ситуация со всевозможными свастиками, да, когда людей судят за свастики, это же привлекают целые там научные отделы, значит, исторических вот кафедр, там всевозможных институтов. Но заключается, ну это вот кто хоть раз был осужден по свастике в соцсетях там или где-то еще, те знают, что там, значит, пишут о том, что на картинке изображена четырехсторонняя свастика. Все, то есть это экспертное заключение историка. Вот, скорее всего, с пушками будет тоже так же. Он спрашивает, Мальцев, какая сила вами движет? Ну какая сила? Любовь прежде всего, конечно. То есть к своим близким любовь, к своему отечеству любовь, к самому себе любовь, к своему родному городу любовь и так далее. То есть любовь, конечно, ненависть, жуткая ненависть к путинцам, ко всем врагам моего отечества, ну и стыд. Стыд мной движет. Я вот сижу, мне 52 года, мне стыдно, что я вот это говно жру каждый день. Да я должен был, блядь, порвать их на части уже давным-давно, а я сижу и жру это говно, и тут вот выступаю, жду 5-11, мне стыдно. Мне стыдно прежде всего за себя, мне стыдно за вас, мне стыдно за Россию. А я не хочу, чтобы мне было стыдно ни за меня, ни за вас, ни за Россию. Мне стыдно, меня стыд жжет, мне вот спрашивают, вам бывает стыдно? Блядь, мне каждый день стыдно, каждый день! Вот, что еще? А, про символы мы говорим, да, вот интересная ситуация, вот тут разместили такую фотографию мне, этого, с Твиттера, то есть Киселев вставляет свастику там на Усвайсе, на каком-то показывает, ему ничего не делают, а ко всем остальным докапываются за вот такую херню сейчас поставишь, прибегут куча ментов, начнут спрашивать. Вот, Киселеву бегите, менты, слышите? Вот он, сука, поставил свастику, его бегите и ластайте, свиньи, блядь.